окунек. Красавец, да? Я его, конечно, дома взвешу. Но килограмм в нем это даже к бабке не ходи. Чуть. О, пластик. Вот один тройник отцепили. Вот. Соскучился по ракам. Немного раков поймал. Ну что, привет, народ. С вами снова канал Рыбалка в Хакасии. Народу очень много, кричать громко не буду. Или обурят, или побьют. Как рыбалка будет, никто не знает. Палаточку сел, это кокса, залив. Лед тоненький, сантиметров 8. Похрустывает. Ну ничего, народу много, сели. Накрылись, снегом придавило. Камеру опустил, все бело, темно. Инфракрасное освещение. Короче, рыбы не видел там. Ну, течка есть. И как всегда мне повезло, 7 метров. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас удочку опустим и попрем. Будем рыбу ждать. А там видно будет, что будет. Течка в обратку. Течка есть. Обратная. Ну, посмотрим. Течение. Мормышку давит. Мормышку давит. Кормонем маленько еще. Кто лунку сыпал, эту не сыпал. Две разные лунки, два разных места. Поэтому надо насыпать. Так как сверху не достанет, течение есть. Снесет все мимо. Значит, будем кормить лунку. Вот так. Вот. Ну а банку что ее? Смысл? Ну насыплю. Будет тонуть, будет мутить. Если дойдет до дна. А на дно сыпать ее смысла нету. Она должна облако давать. Поэтому смысл на дно ее в кормушку сыпать нету смысла. Должна мутить. У нас две лунки сделал. Значит, надо две удочки поставить. Да? Уже. Даже. Сделаем вторую удочку сейчас. Поставим. Вот эту вот.
кто-то щипнул. Здесь кто-то под лункой есть. Есть кто-то под лункой-то. Окунёк, скорее всего. Ну, ёпта. О, окушок. Причём хороший. Хороший окушок. Все нормально. Первый пошел. Уже обуривают, еще только одного поймал, уже обуривают. Вот тоненький, лучше не толпиться здесь. Вон оно как интересно-то получается. Поймал за кадром. Сейчас посмотрим, что будет. Кино включил, рыбы нету. Так часто бывает. Ух ты! Вот она, рыба. Окунь, наверное. Да-да-да, окушара. Тоже ничего пойдет. Да ё-моё. Вот вам и снегирь, вся мокрая. Эх ты. Пока заглядывал, тут жрут у меня явно. Я не успел. Сорока подошла. Пока за кадром поймал две штучки такие, неплохие. Вот она и начала тут сейчас свою свадьбу устраивать. Она любит со дна брать. Ну, ее укараулить это надо умудриться. Бывает, конечно, когда хватает прям. Тогда, конечно, без вариантов. Пока между делом тут сорожка клюнула, как обычно. Вот так. Да ну вот нахер. Вы что, ребята, охренели что ли? Звоните мне, когда я на рыбалке. Нет, маленькая сырожка, небольшая. Ладно, уже хорошо. Уже хорошо. Чего-нибудь потихоньку наловим, да?
какая-то мелочь. Ёрш, наверное. О, ельчик. Ельчик. Ух ты какой. Ельчик. Пойдет. Что тут у нас? Ладно, оставим как есть. Рыбалка какая-то сегодня неудачная. Камеру включишь? Никто не клюет. Камеру выключишь, клюнет пару штук. Опять включишь камеру. Опять никто не клюет. И вот так потихоньку на сковородку наловлю, может. Да? А потом покажу вам в конце итог. Кого-то мелкого поймал. Вообще огонь. Чуть больше мормышки. Отпускаем. И нафиг отсюда. Все, ушел. Что-то как-то хреново сегодня с рыбалкой. Не знаю, как там народ, а я что-то не очень. Не скажу, что без рыбы, но не очень. Сейчас пока я эту накладывал, там клевала. Ну а что, ну, клевала, ушла. Засеклась бы, дергала бы. Потыкала. Подрыгала и все. Ну что, долго я буду тут сидеть, ждать вас. Полосатые. И хвостатые. Кого-то выдрогал вроде, не знаю, что получится в конце, но вроде как сорога. О, хорошая сорога. А то что-то сидишь грустно так, что-то совсем печалька какая-то. Сейчас мы тут все это дело поменяем. Сопли эти вот обсосанные снимаем. И свеженького с кровью. Подманим. Маним. Подманим. Потом открою, насыплю еще. О, пошла. Пошла работа. Хотел, теперь чувствую, что надо. Да. Деликатес у меня сегодня. Вот такой вот красивый. Не скажу, как называется.
забастовка у рыбы сегодня в моей палатке. У кого-то может и клюет, у меня нет. Как-то так. Рыбалка есть рыбалка. Ничего не сделаешь. Это вам не в магазине. Тут настроение рыбы. Уговаривать ее надо. Мормышки разные трясти. Наживки по-разному одевать. Тут она не хочет, и все, ее может даже нету сейчас, хотя накормлена там. Кто-то там, мелочь какая-то, подзарилась. Ну вообще кошмар. Издевательство. Прямо издевательство. Иди отсюда. Вали домой. Пожалуйся там. Пупок. Награда мне за мои страдания. Лещ. Награда мне за мои страдания. А то видишь тут. И так уже, и сяк уже. И всяк уже. Не хочет и все. Хоть ты тресни ему. О, красота. И какая-то радость небольшая. На фоне бесклевия, да? Лещ вкусно пахнет. Свежий. Вот он, вот он. Опа. Вот он. Ну тоже не лещ, это сырога, скорее всего. Хотя тоже что-то давит там. О, сырожка. Отлично. Я рад тебе, подруга. Очень рад. Плаваю тут тихонько, да? Да тонки, воду давит. Снегу навалило. О, иди сюда, подруга. Я тебя ждал тут. О, фанерка маленькая. За нос. Зацепился, бедолага. Но я такого брать не буду. Пускай плывет. Мне не надо такого. Иди домой. Там невкусный он. Да и тем более, что он там не вырос еще. Пускай растет. Пускай растет. Сынок.
зацепил кого-то со дна. За пузо, наверное. Нет? О! Фанерка маленькая. Кино-то хоть идет? Идет. Вот маленькая фанерка. Иди сюда. Я тебя отпущу. Иди домой. Давай, 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 вали отсюда. Мне такие не нужны. Сестре пожалуйся, скажи там, дядька наглый. Отбирает тараканов изо рта. И тут успел, и там успел. Не успел там. А тут успел. Ельчик. Ельчик. Всех червей сожрал. Ладно. Ладно. Поставить на место, а то будет тут без понта валяться. В общем, рыбалка закончилась на этом моменте. Это залив Ковса. Вот народ. Смотрите, ну там начало, море в другой стороне. Вот машины. Часть народа уже уехала. Оно вроде все замерзшее, там где-то лазит, ходит. Но лед тоненький. Везде на леде. Я сидел в палатке, сантиметров 8, наверное. Естественно, вода все тает, все плывет. Вот палатка. Все вокруг мокро. Вот. Опять попал на свою любимую глубину 7 метров. Вот. И так слегка поклевало. Есть подлещики. Есть сорушка, ельчики. Мелкий кусок. Так. Короче, фигня все это. Рыбы мало. В общем, весом. Сейчас скажу. Ну что это там? Вот килограммы. Два 945, 500 грамм ведро, 2,5 килограмма рыбы. Вот вся рыбалка за целый день. Ну как за целый день? С 9, время сейчас 2 часа. А больше не интересно, не клюет. Мучил. А что мучить? Удовольствие получили. Кайф словили. Всем, как говорится, не хватает чешуи. Всем пока. Пишите, комментируйте. Увидимся на рыбалке.